Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Ну, последний раз непосредственно остановились на том, что у нас нефть. А еще было то, что как-то странно все стало лагать. Не знаю почему. Вот, поэтому буду сейчас вести все это на запись. Данную игру. И непосредственно там, где нужно будет ездить, что-то строить, я буду это все ускорять в записи. Так что если не пугайтесь, если вдруг запись быстро-быстро начнет, как говорится, крутиться, да, что-то я буду там делать. Так, ага, все, у нас здесь вроде бы идет, да? Так, пластика у нас дофига. И так, у нас здесь скапливается немного. Слушайте, а довольно-таки много. Ну так, делает это вроде как 3 секунды, каждые 3 секунды, да? В минуту это 40 деталей. Нормально, ну что ж, поехали, тогда будем сейчас маршрут прокладывать, да, который нам нужно будет записать. Так, во-первых, да, давайте отъедем. Сейчас мы немного загрузим это все. Отлично, так. И начало записи. Поехали. Ну вот, собственно говоря, мы приехали. Так, я тут по пути заметил некоторые штуки. Наверное, мы с вами туда сейчас и отправимся. Так, первое то, что я заметил, это вот эту штуку. Даша, ну-ка иди-ка сюда. Ага, понятно. А, вот так вот, опа! Так, это забираем. Это наш зеленый слизень. Это первое. А второе, здесь была пещера. А нет, еще вот. Значит, наши орешки. Так. Так, еще пещера. Но пещера, скорее всего, там какая-нибудь фигня. Но все-таки давайте заглянем в нее, потому что мне вообще интересно посмотреть, что там будет. Ну-ка. Да. О, грибочки. Ну, грибочки, ну, грибочки. А, ну, как я и говорил, вот эта вот фигня, которая сейчас не... Да. Не нужна. Ладно. Так. В общем, побежали. Точнее, доедем до базы и непосредственно уже продолжим там. Так, добрались, добрались. Так, давайте сейчас выгрузимся. Выгружаемся. И отправляем, собственно говоря, его в освоясье. Он теперь будет сам кататься.
Дальше. Электропередач. Блин, чё ж ты так, сука, тормозишь, игра? Так, делаем переработку. Ну, опустошаем, да, всю эту эпопею. Но нам нужно куда-то девать. Да, нам куда-то надо девать это. Ладно, давайте сейчас сделаем, значит, генератор. Но я, знаете, что думаю? Наверное, где-то организация. Вот. Давайте здесь, во-первых, пока промышленный поставим. Что тебе? А, не хватает. Ладно, давайте вот так вот. Да, сюда пока будем выгружать это. Так, сколько здесь у нас? А, здесь никого не сколько. Вот здесь. Ну, да, мало, мало. Пока что мало. Ну, с учетом того, что мы два раза только съездили, да, и у нас вот тут, ну, можно вот так вот перенести. По-бырому, да, так сказать, чтобы не ждать. 2 секунды, в каждые 2 секунды он удаляет. Ну, нормально, нормально. Итак, пока он там все это делает, мы пойдем с вами посмотрим. Так, посмотрим, что у нас тут делается. Ага. Нормально, 900, но 400 задействовано. Ой, ёпарасты, а то он сейчас нам бы по заднице. Так, что-то у меня тут, по-моему, что-то стоит. Ну да, что-то стоит. А, где это? А, вот этот вот у нас, да, простаивает. 12 секунд, 20 кабеля. Ну да, 20. Вот с одной стороны, вроде бы как ездит он быстро, но вот быстро-то быстро, а не хватает. Да, видите, простойка идет. Так, давайте найдем где-то. А, у нас же есть. О, у нас же слизень появился, точно. Не надо искать. Сейчас мы его. Ну чё ты? Давай, забирайся, мадам Брошкина. Так, а у нас здесь есть слизни? Так, и ничего нету особого, да? Ничего особенного. Так, ну давайте сделаем нашу... Да, вот такую... Одну штуку. Йо-хо! Ну, блин, что-то у меня... Эти промахиваюсь я. Так, и сюда добавляем еще одну, чтобы больше, да, побыстрее делал. Так, каждые 2 секунды он фигарит. Но это должен вообще перенаполняться, да, то есть он сейчас должен вообще без передыху фигарить. Во, отлично. Ну, может быть, там и задержка в миллисекунды есть какая-то, но в принципе этого достаточно. Так, и что у нас? Да, но пока он до сюда доезжает, да, 25, интересно, 12 секунд, да, все равно простое. Да, с учетом того, что нам нужно их 30 штук, ну, если на 2, да, вот этих вот, брать у нас на этот нужно 15, и на этот 15, 30 штук. Так, 58. Ну, хотя осталось 50 штук всего их наделать. И дальше там какая-то другая фигня. Нам скажут другое задание. Так, вот это мы забираем. Нам нужно обязательно. А дальше. Давайте сожжем 2 вот этих. Так, и вот этот... нам на запасочку. Что-то я еще, блин, походу у нас там трактор сейчас станет. Как, блин, как мне вот не хочется за ними бегать.
Так. Ну, тут нормально. Главное. Но дальность видео, кстати говоря, оптимизация у них классная. У разработчиков, смотрите, вот если вот так вот посмотреть, он не едет, он просто, видите, ну так дергается, да? То есть с одной точки на другую. Ну, по сути, зачем анимация, да, если я близко не нахожусь? То есть вдалеке он видно, что он движется. С учетом этого. Ох, ёпарасоте. Ты серьезно? Ты серьезно? Ты так вот прям сзади подкрался и на тебе, да? И нам на по шарам, по шарикам по нашим. О, а зато здесь, видите, уже едет, да? Вроде как вот он едет. Опа. Вот, видите, уже поехал, да, уже анимация, ну, естественно, уже им больше обработка началась. Так, этот у нас, ага, знаете, надо какой? А, тут этот, нет, этот угольный, а мне нужен... Так, где эти... вот ты что везешь? Эй, стоп, 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 стоп. Ага, вот ты. Как-то туда нужно запихать ему этот гребаный кокс. Да, он, видите, вот еще вот здесь вот. Давайте вообще его, я хочу вот что взять, сделать точнее. Вау, 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 вау. Какой нас сбил. Значит, первое, мы удаляем вот так вот вообще. У него хреново здесь, я что-то как-то ехал не там попал, в общем, постоянно застревал где-то, поэтому пока мы это сейчас ему как раз загрузим этот. Так, значит, выгружаем. Итак, пошла запись, новая запись. Поехали, сделаем ему маршрут новый. Вот зараза, не хватило немного. Так, поехали дальше. Правда, зря я залепил... Блин, ну ладно, фиксим с этими панцирями. Ну, они быстро тратятся. Да, их так... Так-то их... хорошо переработать. Так, это сюда. Сейчас опять, блин, опять остановимся. Ну ладно. Давай, 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 давай. Сколько-нибудь проезжай. Нет, не проедешь, ладно. Окей, вот. Опа, опа. Просто дело в том, что видите, он останавливается, естественно, он также будет и при записи ехать, и тоже останавливается. Ну, фиг с ним. Я думаю, что это такой проблемы уж большой не будет. Да. Тем более у нас он возит, насколько я помню. А что он там возит у нас? А, возит пластик и резину. Пси, вообще без проблем. Тем более мы... О, видите, вот этот вот падает. Он постоянно, когда я на тракторе проезжаю, с левой стороны падает зверюга. И я... О, как мне это прикалывает. Мне прикалывает эти резиновые игрушки сбивать. Так, здесь единственное, что надо будет сейчас... Да. Надо будет сейчас вот... сделать вот такую штуку. Опа. Стой, 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 стой. Но мы потом удалим это. Мы потом это удалим. Так, поехали обратно. Ну там точки, там несколько. А, хотя. Хотя можно не удалять, он сам, в принципе, какая разница, да, он все равно отъедет.
Ну, сделай так, как, собственно говоря, мы и делали. Да? Подъедем, возьмем, заедем. В это время он загрузится. Тем более они здесь все врезаются постоянно в друг друга, так что. Так, ну давайте, так сказать, быстренько доедем до нашей базы. Так, хорошо, вот мы доехали, мы завернули. Да, я надеюсь, здесь уже сбиваться он не будет, нормально все пройдет. Ага. Чё тебе там, не въехать, что ли? Странный. Так, все, мы завершаем запись. И непосредственно его... А, подождите. И отправляем его... О, нет, стоп. Включаем, да, автопилот. Пусть он катится. Да, ты катишься? Катишься. Только единственное, 3 минуты. 2. 2. Нормально, да. Там, блин, прямо туда нужно точку отключить. Ну, хрен себе. Мне, честно говоря, лень туда бежать. Пусть он там врезается. Так. По поводу... Слушайте, что-то мне... Мне кажется, все-таки надо парочку, наверное, еще один конструктор поставить. Да, скорее всего, еще один... Так, ну-ка, давай, блин, пора скакиваем. Да, 15, так это делается. Ну да, он, когда он сейчас дойдет, у нас все равно не будет кабеля хватать, да? Ну да, и он будет проставить. Пойдемте еще один конструктор поставим. Конструктор. Ты блин, ты серьезно? Так, подождите, нам... Ой, нам надо как-то потом вывести это. Ну ладно, давайте вот так вот. Так, где наша... Подожди, а как тебе, блин, мощность, а как тебе потребление? Блин, хотел посмотреть, знаете, вот максимальный пик, который он дает, и что ему не хватает, насколько, ой, ну нет, не достанешь, его достал. Так, здесь у нас на прием, да, работает жить. Ну да, тогда здесь придется еще один. Вот так вот поставим разветвитель. Мы же поставим. О. Так, ты сюда. Ты сюда. Так, ты. Интересное кино. Куда же я тебя присоединю? Блин. Эй, блин, теперь ни одного этого. Так, это куда ты идешь? А, ты вот сюда идешь, да? Давай-ка я тебя отсоединю. Вообще, конечно, я бы его вообще весь отсоединил бы. Так, надо посмотреть, куда он идет. Так, это сюда. Да, и тот туда. Ага. Так, давайте вот этот отсоединяем. Здесь ставим вот такой вот. Так, здесь... Так, столб сюда, и где у нас тут? Вот сюда.
Вроде бы, слушайте, вроде бы все подсоединилось. Да. Все подсоединилось. Так. Потерял я новый. Вот он. Вот он. Так, у нас нужен будет кабель. Да, у нас нужен кабель. Ох, теперь надо будет как-то его умудриться. Блин, или его протянуть так вот, да? Если мы здесь его внизу протянем. Так, а потом его сюда нужно как-то забубенить. Как-то забубенить. Прошу прощения. Так, нет, давайте мы попробуем его все-таки здесь его. Да, здесь, наверное, забубенькать. Так, а нет, не разветить, а соединитель. Ага. Окей. Так, тогда вот этот мы единственное, что немного уберем. Так, этот у нас уйдет сюда и. А, понятно. То есть здесь хрен на не, да? Вот так вот, да? Как-то не очень хорошо. Слушайте, не очень хорошо. Да. В общем, либо так, да? Не, так вообще некрасиво. Вообще. Давайте мы. Ну. А, слушайте, а чё я парюсь, да? Мы же можем. Ой-ой-ой. Говорю, с этим с экзоскелетом, блин, он так летает классно, быстро. Так, хорошо, если мы. Угу, так это мало, да? Блин. Ну чё ж тебя так не при. Не прёт, а? Так, и это. О, будешь вот так вот стоять. Да, такие прикольные завихрения я тут сделал. Так, ну этот. Ну этот, правда, слабенький, он, видите. Да, ему еще не достается особо. Давайте тогда сделаем вот что. Значит, ему отдадим сейчас эту. И пойдемте с вами сходим, возьмем вот отсюда возьмем и где-то там у нас новенький и новенькому непосредственно вложим. Ой, ну и дадим ему все. Нет, слушайте, кабель нет, нам нужно еще тоже кабель, мало ли, да, протянуть действительно. Да ёб твою тебя. Дай мне запрыгнуть-то. Так. Так, еще можно сделать вот такие. А, 400. Давайте 500 ему сюда закинем. Даже 500 вот так вот. Что-то я не понял, сколько у нас штук-то работает? Раз, два. А, так у нас два только на кабель. Странно, что они не справляются. У меня когда был один, он вообще справлялся, блин, за офигенно. Ну
Ну, хотя, да, конечно, количество 20. Ну, вот сейчас более-менее будет успевать. То есть, пока он делается, да, вот у него еще 20 прибежало. Во. Так, хорошо. Так, сколько нам штук еще надо осталось? Еще 38. Окей. Так, пойдемте с вами сделаем тогда наше, так сказать. Так, а ты что нам привез? Нам уголь, наверное, скорее всего, возишь, да? Подожди, а с какого хрена ты резину мне привез, а? Так. А ты кто? Стоп. Да я твою идти, а. Не совсем понял, кто это. Так, давайте-ка. Блин, этот все переработал, что ли? Вот ты ирод, а. Вот ты ирод. Правый. Непонятно он, откуда он взял грёбаную резину. Интересное кино. Так, подожди-ка, отключи-ка от пилу, дай-ка я на тебя посгляну. А, ну ты вот как раз ты ездишь, да, по-моему. Ну, включить автопил. То есть где-то он, короче говоря, напортачилась вот эта вот фигня. Вот так вот. Такие рванули. Блин, где-то они в общем напортачились. Да. Хрен с вами, золотые. И почему он сюда приперся? Ладно, не буду я долго мучиться, да, разбираться в этом вопросе. Так, где-то здесь канистра был. Я канистру отдал ему, да? Да, я ему канистру отдал. Окей, так, что у нас здесь? Так, с канистры хорошо, а с этой 94. Ну, просто дело в том, что если я сейчас запущу, она ни хрена, она тут просто встанет. То есть какое-то время она, конечно, поработает, но потом она просто тупо встанет. У нас электричество закончится, вообще все закончится. Да. А ты что здесь делаешь, слышь? Подожди, а ты кто? Так, подожди-ка, сейчас я тебе принесу. Блин, надо тебе уголька. И почему ты вообще здесь собака встала? А, это тот, помните, который застрял. Во, он же, наверное, здесь и стоял, да. Да-да-да. Он, видите, будет сейчас мозгу компостировать. Так, хорошо, давайте тогда ему. Езжай. И, знаете что? Скорее всего, это вот из-за этого грёбаного камня. Но если я точку удалю, он будет не вот так вот ехать, а он будет ее сокращать вот так вот. И все равно в камень упрется. Блин. Ну-ка, давай-ка.
Где у тебя вообще проблема, а? В какой у тебя в навигации был сбой? Да не, слушайте, нормально проехал. Либо он врезался, они друг в друга врезаются и теряют немного маршрут, пока там разворачиваются. Так, уголь, да? Ну давайте вот сюда вот хоть что-то, хоть как-то. И это, скорее всего, угольный, да, это угольный потерялся. Так, и давайте сюда мы закинем. Закинем, если у нас есть пластик. Да, у нас есть пластик и есть резина. Во. Пусть фигарит. Блин, где мне 50... Ну да, 50 компьютеров надо где-то взять. Можно на самом деле... О, можно, конечно, купить их. Что в этой игре, ну скажем сейчас, когда разработчики сделали магазины, что не очень хорошо, это то, что нужно, точнее можно пойти и купить вот эту вот всю эпопею, которой не хватает. Вот. И, прошу прощения, и по сути, здесь можно же ничего практически не производить, то есть точнее не делать вот эти вот запросы, а сбагривать большинство за фисты, вот эти вот деньги внутренней валюты, да, это, которые есть, и все. И опять же, да, выполнять за счет закупки каких. Но правда не все здесь продается, поэтому, конечно, все это не получится закупить. Но, например, смотрите, вот детали. Да, мы можем закупить, видите, а и он хоть кабели этой хрена купить. Так, что нам тут нужно? Вон, все, роторы, моторы, компьютеры, вот, корзину 50, нормально, давайте его, раз, купили, все. Да, вот так вот мы взяли, купили 50 компьютеров. Ну и вот пойдемте сейчас отдадим. Да, дадим эти 50 компьютеров, по-моему, сюда, да, сюда, вот, все, поехали, вот, так что мы открыли непосредственно поезда, так, транспорт необходим для перемещения больших расстояний, в дополнение к встроенной электропроводке, основанной на перевозке, обеспечивающей повышенную эффективность и надежность как для перевозки первопроходцев, так и для перевозки грузов, ага. Окей. Не знаю, стоит ли. Наверное, стоит. Ну, здесь я все изучил, да? Ну, давайте вот это изучим, потому что. Ну, пусть, да, пусть будет так. Единственное, нужно ткань 50. Слушайте, а интересно, а ткань сколько здесь стоит? Может, ее проще купить, эту 50 ткани? Да. Ну да. Давайте купим. А мы ее забрали хоть? Ну, вроде бы забрали. Так, давайте ткань. Или ни хрена я не собрал. А, пока эта ракета не приедет, да, я не могу. Ну да, к сожалению. Ну, просто сюда убираем пока. Что нам нужен? Пластик и 50 ткани. Ну, ткань мы взяли, да, пластик. В общем-то не проблема, хотя не проблема, да, проблемка небольшая, извиняюсь. Так, а ты? А, ну отлично, эти пошли. Черт, что-то мне кажется, что у меня один, даже несколько тракторов, они вообще встали. Да, похоже, они там, блин, опять встали и стоят как бараны. Так, а ты что у нас тут? А чего ты не хочешь? А вот, скорее всего, он опять завернет. Да, блин, опять он привез хрень. Уголь, подождите, а чего ты не продвигаешься, уголь? Ну, уголь право, в
Правый уголь и левый уголь. А это что? Уголь. Так, это же выгрузка, правильно? Выгрузка. Так, окей. Ну, блин, уголь, а что ты не хочешь? Уголь, 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 вот он уголь. А давайте вправо, знаете, что мы сделаем? Мы неопознанные. Вот, любые неопределенные. Вот, все. И это вот как раз была вот эта вот хрень вот в этом. Понимаете? Вот. Да, это из-за того, что здесь грёбаный попался кусочек пластмассы. Причем внутри, понимаете? То есть я изнутри не мог его забрать. Вот в чем проблема. Так, ладно. Вообще странно, что он сюда попал. Так, что мне с тракторами этими грёбаными? По-моему, они... Ну, один там ходит, а вот второй, по-моему, не ходит. А два остальных, по-моему, стали и стоят будет. Ладненько, давайте пробежимся до туда. Так, ну, вроде бы решил, блин, вопрос этот, блин. Пришлось еще один ставить. Ай, как он, в общем... Да, вот такой вот нефтеперерабатывающий, но подключать сырую нефть и фигарить, 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 в общем, это нефть. Но будет вот такая вот непонятная деталь, как-то смола, что ли. В общем, я сюда ее запихал, он два контейнера. Ну, я думаю, надолго хватит. Правда, единственное, что... Так, надо вот это убрать. Не знаю, либо эту смолу куда-то потом перерабатывать надо. Ну, можно будет, да? То есть, скорее всего, там еще какой-то рецепт. Может быть, альтернатива какая-то появится, да? Надо найти, как она называется, такую, в общем, фигню. Наш ящик Пандоры, так сказать, да? Его запихать в исследование. И, возможно, там какая-то альтернатива появится. Именно цепочка по нефти. Ну да, пока так. То есть... Этот не успевает абсолютно, то есть мазут очень-очень редко ему приходит, видите, он еле-еле нагоняет, вот, да, вот, все, этим. Если я сюда поставлю ускорение, он просто не успеет ничего сделать. Да, вот такая вот ерунда. Ну, а если этот выключить, то, естественно, да, то вообще здесь сейчас пропадет через какое-то время, в общем, все пропадет нафиг. Да, тут они не успеют, наверное, он... Стоп, а давайте-ка посмотрим, успевать будет он или не будет. Так, а здесь сколько, 50? Ну, вроде бы как бы успевает. Ну, вот хз, хз, блин. Так, а если ему... Так, подождите, если этот... Ну, тут мало, блин, мало. Мало-мало-мало огня. Я хочу еще больше. Так. Нет, у нас на пределе. Тоже, да? Ну давайте, да, вот этот вот еще запустим. Так сказать, ему вот этот огонечек дадим. Пусть он фигарит. Да, тем более у нас здесь мазут должен поступать. Ну, более-менее, да, более-менее чем. Ладно, давайте посмотрим, как это потом, в общем, скажется у нас на всем этом деле. Так, все, топливо здесь более-менее загружается. Там вроде бы тоже немного загружается. Вроде бы чего-то делается даже по чуть-чуть, если... Да, видите, иногда... Я вот единственное, что боюсь, что когда... Да.
трактора-то они не умеют останавливаться, понимаете? Они же ездят, 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 ездят. И в этом случае они просто-напросто получится так, что у них рано или поздно закончится топливо, и они тупо встанут. Да. А их, по-моему, три здесь кататься будет. Или два, три, даже три, да. Ну ладно, давайте, что гадать, да, на кофейной гуче, в общем, запустим их. Дальше посмотрим, как они вообще будут себя вести. Единственное, надо понять, кто куда ездит сейчас. Давайте. Так. Слышь, ты, придурок, ты можешь отсюда откуда-то начать? А, либо ему... Слушайте, подождите, нет, отключаем. Давайте отсюда его начнем. Так, только вот это вот вынуть надо. Вот это вот вынуть. Вот, включаем его. О, пока я здесь, значит, время ожидания. Давайте удалим точку. Хотя, блин, зря, наверное. А, все равно рано или поздно сюда все равно прибегать придется. А, да, и вот этот сейчас у нас... Да, отъедь, да, отъедь, пожалуйста. Ну, на. Подождите, блин. А куда? А, блин. Стоп. А, это резина. А какого хрена ты едешь-то, а? У тебя же нету топлива. Дебил ты. Ох. Какая собака там мне пуляет? Понятно. Так, правда, я этот не понял, а где он ездит, блин, и куда он ездит. Давайте вот так вот его поставим. Да, посмотрим, куда он поедет. Он вообще уехал, хрен знает куда, придурок. Так, ладно, давайте сейчас я с этими разберусь. Да, придется вот таким способом. В общем, буду дожидаться и потом буду здесь, надо будет, да, немного с тракторами поразбираться. Видите, они все остановились, и у них... Топливо, либо, слушайте, давайте, наверное, с собой топливо возьму, да, да. А, придется им, так сказать, вручную накидать этого топлива. А, здесь 12, маловато, слушайте. А, ну с учетом того, что там кто-то уже загрузился. Вот, ну, в общем, такая вот, да, получилась серия. Вот, в общем, лайки, дизлайки на ваше усмотрение, так сказать, да, подписывайтесь, если что, как говорится, чтобы не пропускать новые видосики, да, подписывайтесь и тогда ставьте колокольчик. Все, ну, на сегодня все, пока-пока, был я, Мастер Квартир 1, ну, и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.